هیچ وقت هیچ کس این رایون نه یا خود گوبرنیه سنه چوریل میجی. بیز برابر حقوقلو اتفاقه حاضرق سوورنلیمیزی الدن برمریک. Родилась я в семье военного, в семье военных. Папа мой закончил войну в 1945 году в Берлине, а в 1946 году они познакомились там же с моей мамой. А маму мою отсюда, из госпиталя, ночью по линии КГБ тогдашнего отправили в Берлин, потому что она знала чистейшие оба языка, русский и азербайджанский, для того, чтобы она переводила письма солдат, которые были ранены и лежали, значит, после нашей великой победы в госпитале. Они же писали на азербайджанском языке эти письма, вот эти треугольные письма. Она должна была, значит, и работать в этом госпитале как медик, и в то же время переводить эти письма на русский язык, для того, чтобы, ну, якобы не была какая-то военная тайна раскрыта, ну, если так можно выразиться. И вот там они, два молодых красивых человека, познакомились, полюбили друг друга. Там же они поженились, их, значит, зарегистрировали. Но в 1946 году они поженились, а в 1947 году, в сентябре, я уже родилась, значит, в Баку. Мама на 9-м месяце беременности и приехала сюда. И я часто, значит, задавала ей вопрос: почему вы приехали? Вот сейчас все так стремятся уехать там куда-то, жить за границей. А мама мне с отцом, значит, ответили, что мы очень тосковали по родине. И когда мы перешли границу, мы, говорит, в Бресте, ну, это была наша общая родина, Советский Союз, мы, говорит, целовали землю. В августе, значит, 47-го она уже была в Баку, а в сентябре я родилась, значит, здесь, в Баку. Семья у нас была очень дружная, прекрасная, так как мы жили в военном городке. И, естественно, так как отец был военный, мы часто жили не в Баку, получили образование на русском языке. И я до сих пор помню парады 1 мая, 7 ноября, как все же живем по соседству с военными, все они одевали свои ордена, медали и с большим лоском, шиком отправлялись на парад, и мы с шариками в белых носочках, в сандаликах за ними. Было очень интересное время для нас, но это была наша молодость, наше детство, вернее, потом молодость. А детство и молодость всегда вспоминаешь с большим воодушевлением. Олег Пиарами был очень талантливым актером. Я все время старалась его поощрять, привела на телевидение и так далее, но он, может быть, и без меня бы выбился, потому что он был на самом деле очень талантливым. И его уход из жизни для меня был, конечно, очень большим ударом. Алика нет 10 лет, как он ушел из жизни.
наличие, а института был, значит, там русского сектора у нас не было, кадры готовились для Азербайджана. Когда я сдавала экзамены, да, мне было очень тяжело, потому что принимал экзамены Адель Искендеров, там был Рзатех Масиб, там был Мейти Мамедов, это корифеи нашего искусства и театрального, и кино. И получилось так, что меня, мой педагог по технике речи Мюхлисчани Заде в институте, он меня очень хорошо подготовил, а потом в дальнейшем и на телевидении, когда я проходила конкурс. Я сдала экзамен, там этюд нужно было сдать, басню я выучила на азербайджанском языке, что-то напела, слух у меня тогда еще был. Меня приняли на актерский факультет, но со второго курса я прошла уже конкурс на телевидение, на государственный канал. И с третьего, значит, был первый тур, второй тур, третий тур. Конкурс был очень большой. Ну, меня приняли только, а раньше, значит, ну, важно было знание двух языков, русского, азербайджанского, иметь высшее образование или учиться в высшем учебном заведении, и голос, и плюс еще фотогеничность. Ты в жизни можешь быть и очень, ну, обычным таким, с обычной внешностью, а в эфир ты можешь подходить. И вот меня Мюхлисчани Заде подготовил, я сдала, значит, прошла и первый тур, и меня приняли диктором-практикантом на телевидении. Мне тогда было 19 лет. В 90-м году я получила звание заслуженной артистки, в 2006 году народной и так далее. Но это стимулирует человека, понимаете, что государство оценивает твой вклад в развитие телевидения. И до сих пор телевидение для меня уже прошло, смотрите, в 67-м году я пришла на телевидение. И вот по сей день, без отрыва от производства, если можно так сказать. Я работаю на телевидении, но одно дело, ты работаешь, ну, в кадре и так далее. Муслим Магомаев всегда говорил, лучше уйти со сцены на месяц раньше, чем на 10 минут позже. Естественно, сейчас уже требования другие и так далее. Но преподавательской профессией я занимаюсь с большим удовольствием на русском и на азербайджанском языках. Так. И тесно поддерживаем связь со своими, значит, коллегами. У нас был очень интересный коллектив, от которых было много чему научиться. Значит, естественно, Роза Тагиева, Рафик Гусейнов, Офелия Сананы, все мои коллеги, вот с кем я работала, от них можно... Я пришла на телевидение на Атабанга Аджива, они уже работали. Эггетхам Аскерзаде, Тамилахам. Вот от них много чему. Нурянгизгюн, наша известная поэтесса, мы некоторое время работали вместе. Много чему я, естественно, научилась от них. Потому что дикторской школы, как таковой, не было. Это сейчас уже создана академия, сейчас мы на каналах преподаем. А тогда мы учились вот друг у друга. И, естественно, институт искусств, в котором я проходила актерское мастерство, технику речи, вот это все мне, естественно, помогло очень. У нас был очень дружный коллектив. А дружба между нами продолжается и сейчас. Это Роза ханым Тагиева, это Офелия ханым Сананы, это Хаггет ханым, Тамила ханым, Солмаз ханым Гамзаева, режиссер, которая немало в нас вложила тоже, потому что вот она, Рафик Гусейнов, незабвенный. Я считаю, что второго Рафика не будет, так же, как и Муслима Магомаева, так же, как и Рашида Бейбутова, потому что, говорят, нет незаменимых, но есть неповторимые. Нет второго Рафика на сегодняшний день. Очень много великолепных сейчас у нас ведущих, с которыми и я занималась в свое время, выпускала в эфир, но Рафика второго, этой харизмы, этой симпатии пока что зрительской нет. А с теми, кто жив, слава богу, жив-здоров, мы поддерживаем
теснейшие отношения, теснейшая дружба. Во-первых, мы каждый день, так же, как с сестрой, там, с родителями, мы созваниваемся. Это обязательно. Как только вечером я прихожу с работы, я знаю, там, как Солмаз себя чувствует, слава богу. Солмаз уже, она дочь Барат Шикинской и Рагима Гамзаева, Роза Хантай. Мы обязательно созваниваемся. Как вы, что, чего, как день прошел. Минут 5-10 мы говорим. Но обязательно, обязательно видимся каждый месяц. Мы без этого не можем. Мы просто не можем друг без друга. Хочу сказать, что дружба – это великое дело. А женская дружба, если она продолжается 50 с лишним лет, так это уже само о себе говорит.